Значит, мы сегодня поговорим о попытке применить идею темпоральности Александра Балачева о квантовой механике. Вообще, квантовая механика – штука настолько удивительная и непонятная, и непостижимая, что для того, чтобы ее понять, по-моему, надо полностью выйти уже за пределы здравого смысла, это само собой. Действительно, требуется нечто совершенным образом безумное, чтобы с этим, как-то с тем, что она нам дает, теми результатами она примирится. Совершенно безумное. Что-то только вот так. Я предлагаю сегодня у нас, поскольку семинар философского штурма, штурмовать такое основополагающее физическое понятие, как понятие взаимодействия. Но в самом деле, можно с известной долей сказать, что физика – это наука о взаимодействиях. На сегодняшний день известно 4 фундаментальных типа взаимодействия. Гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Вот 4 фундаментальных типа взаимодействия – это то, что у нас есть в этом физике на сегодняшний момент. Тем не менее, появился целый набор экспериментов, где некое влияние оказывается на объекты, казалось бы, без всякого взаимодействия. Но в самом деле, давайте постараемся понять, что такое структура в мире. Понятие структуры, в первую очередь геометрической структуры. Ну вот опять нарисую любимых 5 кружочков на доске. Таким образом. Вот он наш пятиугольничек. Пентаграмма, да? Вот она такая штука. Мы видим, что у нас 5 узелков таких как-то расположены в форме правильного пятиугольника. Допустим. Они могут тоже быть расположены в форме правильного квадрата. С классической точки зрения расположение этих 5 фигур, как бы если они между собой никаким образом не взаимодействуют, на само положение их не влияет никаким образом. На само их положение на жизнь. Они у нас являются абсолютным образом оказываются независимыми. Нет взаимодействия, значит они сами друг от друга не знают ничего. И мы о них ничего не знаем. Но мы понимаем, что с некой внешней точки зрения, что вот этот самый кружок у нас определяется в первую очередь его положением в структуре прямоугольника. Ой, пятиугольника. В этом смысле мы можем говорить о некой структуре, то есть о пространственной структуре, наподобие структуры кристалла, где каждый атом занимает определенного рода место. Вот в этом смысле. Теперь, если мы посмотрим на эту самую ситуацию с точки зрения квантовой механики, то 5 этих штук описываются одной какой-то волновой функцией. 5 координат x1, x2, x и так далее. Вот волновой координат. И мы тут вспоминаем про забавное свойство, что эти частицы наши являются принципиально неразличимыми. И тут начинаем мы думать. Либо они обладают полуцелым спином, так называемым, либо они обладают целым спином. Если они обладают полуцелым спином, соответственно, то эта волновая функция, поскольку их можно переставлять местами, она оказывается антисимметричной. Если они обладают целым спином, ну 0, допустим, спином, то она оказывается симметричной. К чему это приводит на практике? А к практике оказывается, что если функция антисимметрична, то есть частицы эти между собой не могут занимать одно и то же место, то есть они как бы между собой расталкиваются. Если функция симметрична, то эти самые, значит, частицы, они у нас таким образом сталкиваются. Что мы здесь видим? Мы видим понятие некого так называемого обменного взаимодействия, очень сильного, чрезвычайно интенсивного, но оно не является взаимодействием классической формы. Ну, во-первых, оно никаким образом твердо не описывается уравнением типа гравитационного электромагнитного взаимодействия, например, единица на r квадрат, точнее, или силы. То есть оно ничем таким подобного рода не описывается совершенно. Оно действует как-то иначе. В этом смысле говорят, что оно не физическое. В принципе, не физическое. Значит, еще раз повторяю. Приводит к тому, что так называемые фермионы частицы полуцелым спином, они расталкиваются, частицы целым спином, бозоны, в статистике Бозе и Эйнштейна, они притягиваются. Вот. Мы видим совершенно странную вещь, что частицы, не взаимодействующие непосредственно между собой, ни с одним из известных физических видов взаимодействия, оказываются тем не менее связаны. То есть принадлежность к какой-то структуре порождает некоторую дополнительное измерение или дополнительную жизнь вот всей этой нашей структуры. Ну, повторяю, что обменное взаимодействие ни в коем случае не является физическим взаимодействием, поэтому слово «взаимодействие», быть может, от него здесь надо отказаться.
Еще одна задачка, о которой я когда-то говорил, и которая к этому имеет тоже какое-то отношение. Ну, вспомним нашу Солнечную систему. Ну, например, один из известных исторических способов датирования событий, оно состоит, что посмотрим, а планеты находились в какой части, на какой позиции. Вот, то есть у нас есть Солнце, и вокруг него вращается большое количество планет всяких. Ну, они двигаются по эллипсам, близким к окружностям большинство из них. Вот так. В чем здесь поразительно? Поразительно, что с классической точки зрения этого движения существовать не может. Потому что у нас при задаче трех тел, частицы, вот так, если возьмем три тела, то они вот по этим вот там орбитам не могут так двигаться никогда. Это невозможно. Потому что взаимодействие между Солнцем, взаимодействие вот этими двумя планетами, неизбежностью очень быстро всю эту структуру нам разрушит. Тем не менее, у нас планеты двигаются с высочайшей степенью точностью по своим орбитам. Почти с бесконечной степенью точности. А другие внешние всякие объекты, например, кометы, известно, что они ведут себя совсем иначе. Что они двигаются не периодическим и не эллиптическим орбитам, а квазипериодическим. Например, в 19 веке люди считали, что комета Галлея двигается по периодической орбите. То есть каждые 73 года она прилетает сюда и улетает. Ну, на этом основании было изготовлено большое количество фальсификатов, в том числе на этом была изготовлена история египетских комет, где они 5000 лет под ним тоже сделали, китайских комет, под ним и тем, сейчас каждый с одним и тем же периодом приходили и уходили, чего быть совершенно не может, потому что комета то появляется в южном полушарии, то в северном. Если мы сидим в северном полушарии, то мы почти не видим то, что она происходит в южном полушарии. И самое главное, у кометы Галлея, как мы это понимаем, с середины 20 века, нету определенного периода. Мы видим, кроме того, что большое количество комет, они для нас к нам прилетают, а потом куда-то улетают. Может быть, у них очень большой период, а может быть, они вот как-то вот так двигаются. И никогда мы не можем, по большому счету, появление очередной кометы предсказать. Можем предсказать его только приблизительно. Вот они ведут себя совершенным образом нормально, как движется частица в поле нескольких точных объектов. То есть, скажем, Солнца, Юпитера и еще остальные мелочи, которые вращаются вокруг Земли. Вот. Но, тем не менее, налицо необъяснимый и неописуемый факт, который говорит нам о следующем, что планеты двигаются вперед установленным орбитам. Это ни в коем случае не определяется из уравнений Кеплера, как я хочу сказать, это ни в коем случае не определяется из условий гравитации, потому что условия гравитации, они правильны и хороши только тогда, когда мы учитываем, скажем, взаимодействие Земли и Солнца, и потом, скажем, Марса и Солнца, ну, как только мы пытаемся учесть взаимодействие Земли и Марса, то наша система разрушается. Вот так. Здесь тоже есть какого-то рода вещи, о которых я хочу сказать. Помните, в свое время я пытался ввести такую тоже сумасшедшую гипотезу о квазиобменном взаимодействии. Она состояла в следующем, что, допустим, у нас есть частицы, которые обладают определенного рода одинаковые и неразличимые. Вот представьте себе, у нас вот есть частицы, у нас есть у одного параметра альфа, отличие от другого, второго параметра бета, у третьего параметра гамма. Если мы эти альфа устремим здесь к нулю, скажем, это различие, бета устремим к нулю и гамма устремим к нулю, то есть различие между частицами, то тогда, соответственно, что частицы будут неразличимы в квантовом смысле, и между ними появится обменное взаимодействие. Так ведь, да? Казалось бы, должно быть. Но означает ли, что именно в тот момент, когда альфа будет равно нулю, наша система с физической точки зрения испытает какой-то рода скачок? Не означает, да? Означает, а почему? Ну, если бы это было не так, тогда между элементарными частицами различных сортов было бы обменное взаимодействие, чего не существует. А вообще не получается ли, что обменное взаимодействие только есть потому, что много неразличимых частиц? Если бы частицы различались, его бы и не было. Ну да. Просто да. Ты говоришь, как будто это какое-то взаимодействие. Это просто принцип неразличимости частиц, который выражается просто в таком факте. Нет, то просто я говорю, что ситуация вот этого самого скачка, она нетипична. А почему не быть подобного рода, не считать вот эту ситуацию вырожденной?
в ситуации вот этих альфа, бета и гамма, отличных от нуля, от этих параметров, что это вырождение каким-то образом снимается? Как, ну я говорю, было тогда обмен взаимодействия между элементарными частицами различных сортов, но этого уже нет. Но оно же может быть очень маленьким. Ведь протон от электрона очень сильно отличается. Ну и что, ну протон, электрон, можно, ну а тогда должно быть обменное взаимодействие, я не знаю, там, между протонами и нейтронами, они отличаются достаточно слабо. Но по другому параметру, по параметру различия они могут отличаться сильно. И тоже это невозможно поставить такой... Нет, ну пусть это как бы, ну, я не знаю, просто, понимаешь, как бы для подобной гипотезы нет никаких оснований. Ну, моя гипотеза, она, по крайней мере, она состоит в том, что у тебя есть некоторая структурная симметрия, которая состоит, что у нас стоит Солнце, и вокруг него вращаются эти планеты, и эта структура, как таковая, как целая структура, она оказывает некоторое влияние на стабилизацию орбит вот этих самых планет. Вот моя вот в этом гипотеза стоит. Что у тебя есть некоторая геометрическая структура, и она оказывает свое влияние вот на это. Это вот просто гипотеза. Я просто пытаюсь понять вот тот фундаментальный факт, что наши планеты двигаются по эллиптическим орбитам с высокой степенью повторяемости. Ну а если предположить более простую гипотезу, что взаимодействие гравитационное все-таки не по единице, наверное, или там... На близких расстояниях, скажем, по единице на квадрат. А дальше уже резко убывает. Сильно убывает. Да, но я в этот... То есть, когда потенциал гравитационный, иначе говоря, он это конечный имеет радиус. Это я понимаю, я зависит от массы. Ну вот, но мне вот этот закон, что, грубо говоря, поток вектора напряженности электрического поля сквозь сферу, он вот этот общий поток, то есть интеграл по поверхности, он пропорционален количеству зарядов гравитационных, которые находятся... Ты Стокса, в смысле, что ли? Астроградского? Нет, это не Астроградского, это просто закон Гаусса. Вот, он мне чрезвычайно близок. Но мы понимаем, да, что из этого, что это следует. Если у вас есть Е, мы его когда интегрируем по поверхности, она будет там пропорционально πr квадрат, так. Если оно приблизительно равно... Значит, в сумме зарядов гравитационных, которые там существуют, например, вот так сильно. Если заряд такой один, то есть вот просто один, какой-то один, мы одно делим на другое и получаем вот этот наш закон, где равняется пи r квадрат, точнее q, деленное на r квадрат, вот так. То есть это, по большому счету, является выражением того обстоятельства, что силы от r квадрат зависит. Так это и есть закон, но есть же просто, в математике есть. Да, теорема это чисто математически. Это чисто математическое, на самом деле, да. Гаусс, теорема Гаусса. Нет, теорема Гаусса, это физики, наверное, называется. А в математике Стокса называется, Астроградского. Она как только не называется, Стокса, Астроградского, Гаусса. Так это просто связано с тем, что сфера так... Я хочу сказать, что... Поток через сферу... Да, по большому счету, я бы даже сказал, что это закон сохранения энергии здесь, в смысле. Нет, это закон сохранения вещества, скорее. Энергии. Но тем не менее, но если вы собираетесь вводить этот потенциал в конечных потенциалах, то у вас так не будет, у вас будет скачок. Скачок будет у вас, получается. Хотя тоже один из подходов. Тут, конечно, может какие-то безумные идеи выдвигать, а если пространство не трехмерное, ну реально. А почему если не трехмерное? То тогда не будет по теореме это работать. И тогда теорема это работать не будет, если ты говоришь о конечных потенциалах. Потому что в одном месте оно вот так, 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 а потом бац и скачок, поскольку у тебя же ноль. Так, подожди. Сейчас, секундочку. Ну так и ноль, и что? Ну ничего, просто вот этот закон, которому, что поток через поверхность вектора напряженности гравитационного поля. Теорема Гаусса, она никуда не денется. Как? Почему она никуда? Она просто исчезнет. Как она исчезнет? Нет, у тебя она не исчезнет. У тебя исчезнет, условно говоря, интеграл интеграл от дивергенции поля по объему у тебя будет равен нулю просто там. Ну. И что? Так он у тебя с другой стороны, вот этот интеграл, он будет. Здесь он будет равен нулю, но он же как. Не видно ничего. Он же равен вот такой сумме заряда гравитационных, который находится там, внутри этого и сферы.
Нет. Ты же не можешь. Я же не может быть так, чтобы он был равен сумме зарядов, а при каком-то больше. Сумме заряд. Дело в том, что подожди. Вот есть, да, в электродинамике, скажем, да, там вот это вот дивергенция E равно, ну, 4π ρ. Да, да. Ну, просто, условно говоря, и это фактически является выражением того факта, что в электродинамике закон у нас... Закон Кулона. Ну, просто если гравитационный потенциал у тебя, не вот такой, да, а вот какой-то вот там, и быстро потом убывает, ну, у тебя просто вот это... Ты не сможешь это перевести из электродинамики на теорию гравитации это уравнение. Только и всего. Так а кто тебе... Так у нас, если мы до сих пор говорили, что вот это уравнение, оно же точно такое же, что в электродинамике. Это быстрее будет видно, нет? Такое же оно вот это. Дивергенция E от 4π ρ, она же... О, это плотность. Плотность зарядов для электродинамики, а здесь плотность для гравитационного поля. Так оно почему у тебя в один момент оно выполняется? Какой в один момент? Ну, у тебя 4π, у тебя всегда константа. Ты теперь пошел по этому. Так Рой, это же не просто плотность, это плотность, которая внутри сферы, правильно? Да. Внутри сферы. Поэтому их можно описать следующим образом, я уже постоянно говорю. Это твой закон будет в обычной форме. Он будет π квадрат на Е, поскольку дальше как я сортирую, равняется q, где q у тебя заряд, который находится в центре сферы. Нет, ты хочешь сказать, что существует же, допустим, потенциал, можно придумать потенциал, так сказать. Теорема Остроградского Гаусса это чисто математический факт. Не зависит от формы потенциала. Никак. Так вот у тебя не получается. Это зависит от размерности сферы, правильно? Да. Ты хочешь сказать, что у тебя зависит от размера сферы. А я говорю, что не зависит. Этот закон мне близок вот так. Ну, в самом деле, почему он должен зависеть от размерности сферы? Не должен. Это не должен. А что у вас имеется в виду под размерностью сферы? Ну, они хотят. Стас предлагает метод конечных потенциалов. Что вот здесь, при маленькой сфере, у тебя такой закон выполняется, тогда у тебя напряженность гравитационного поля будет q на r квадрат. Ну, обычный закон Ньютона, да? А когда ты выбрал эту штуку, то тебе будет равно нулю. И этот закон перестанет выполняться. То есть шел, ты перешел через некоторое конечное r, и после этого у тебя стало равно нулю. Так а почему? Он просто так хочет. Не, потенциал такой просто. Так вот выглядит потенциал. Он хочет вот этот самый... Потенциал не на бесконечность уходит, да, по некой главной? Да, он хочет вот эту силу Е, она так у нас вот там взаимодействует. Когда она уходит, у нас вот она уходит, r квадрат, да? Да, сначала. Да, с некоторого... У нас же функция вот этой r1 на r квадрат, она же как гладкая. А он хочет сделать это вот так, что взяли вот так и обрубили. Mm-hmm. То есть она не гладкая, она не гладкая. Шел, а потом взяли и обрубили. Ну, не может не обрубили, а просто резко падает потом. То есть сначала по r квадрат падает, а может потом по r куб, по r по 4. А потом по экспоненте, скажем. Или по экспоненте там. Тогда у тебя вот этот закон гауссовский, он бы выполняться не будет. То есть E у тебя перестанет в напряженность гравитационного поля, будет, ну я его пишу в электродинамическом верме, q гравитационный заряд, разделить на r квадрат. Только как это связано с обменом взаимодействием, что-то вот сейчас так и не уловил. Это никак не связано с обменом взаимодействием. Я хочу сказать, что система вот с обычным, с таким законом, планетная система существовать не может. Это понятно. Она не может существовать. Тем не менее, она существует. Тогда же есть проблема вот как бы связи математики и собственно, физики. Это она же не может, задача трех тел не решается, это же математически не решается. Не решается. А может быть она, это может быть та же тема, как вот помню, обсуждали сейчас диалектику на сайте там, и в итоге вы решили, что движение непонятно, оно описывается противоречиво. Но то ли это относится к разговору об описании движения, то ли относится к тому, каким само по себе движение является, как физическое явление. Нет, я про что здесь хочу сказать. Просто оказывается, что язык есть попытка сохранить язык взаимодействий. Когда сохраняешь язык взаимодействий, тогда можно придумать метод конечных потенциалов, там, экспоненту туда взад присобачить, что-либо еще. А можно говорить, что о некой системе, как общей структурной системе. И тогда у тебя есть некий дополнительный стабилизационный механизм, который твою систему он стабилизирует. Ну, как с обменом взаимодействия? У тебя есть из-за того, что они принадлежат... Знаешь, все вот эти негладкости очень будет трудно в физике описать, как это происходит. Как у меня нет никаких негладкостей. Ну, гладкости... вот там по экспоненте вдруг пошел. Как это описывает? Почему она вдруг на определенном... потенциал на определенном уровне перестает работать один. Нет, потенциал. Это Стас предлагает так. И люди предлагают. Сейчас, Игорь. Хотя же мы, вот это уравнение, да, но условно говоря, оно сейчас. Ну. Вот. Дивергенция. Ну, r квадрат на e, так в люди понятно будет. Дивергенция e равно там ρ просто. Да.
Ну что, ну у тебя, допустим, до какого-то радиуса, например, оно выполняется, да? Да, ну а мы это рисовали. Ну а как это негладкость записывать физически? Слушай, а в чем негладкость? Ну а как она, почему ломается вдруг это? Она не ломается, почему? Она там уже вот так идет по единице на квадрат. Это ты описываешь геометрически, а как это ты будешь это в этих функциях ты описывать? Ну потом она может как-нибудь вот так вот там пойти, ну не знаю там. Это она может пойти. Мы для напряженности делаем, Стас, не для потенциала. Это для Е это написано. Ну, не важно. Для Е. Просто у тебя вот этот закон перегибы, как она там называется? Е равно Q. Вот если это выполнялся, как это объяснить, что с определенного размера он перестал выполняться? Да. Что Е? Пер квадрат на Е равно Q. Там же должно быть так получается, что один вклад уменьшился, другой... Как вот показать, что вот вклад одного члена, допустим, в уравнении уменьшился, а другой... Это... И стал давать вклад другу. Ну, мы вот эту конфигу рисовали постоянно. Что почему у тебя получилось... Как аналитически описать, вот что правильно. Что у тебя всегда был закон вот такой, вот такой, вот такой, потом взяли вот эту штуку, прицебацили, больше некоторого радиуса, и он перестал выполняться, стал, скажем, ноль. Вот этот самый скачок. Не ноль, почему здесь не ноль, просто он уже пошел дальше не по единице на квадрат, а как-то там быстрее. Ну понятно. Скорее всего, ноль. Ну не важно. Не можно сказать быстрее, это несущественно. Ты тоже проблему возработаешь какую-нибудь. Я, например, можно было бы это понять, что размерность пространства поменялась. Так нет, ну размерность пространства это уже какая-то версия. Да я понимаю, это безумная версия. Я просто выдвигаю безумные версии. Потому что если размерность пространства другая, соответственно, сфера другая. Да, я теорема астрографии сказал. Может, я что-то туплю, но как бы я пока не понял, в чем проблема-то, почему так не может быть-то? Потому что вот у тебя, казалось бы, вот закон, пер квадрат на е равняется q. Он тебя должен всегда выполнять. Почему всегда-то? А почему нет-то? А ты из какого уравнения его выводишь, этот закон? Просто он мне дорог этот. Так почему тебе дорого? Так что тебе дорого-то? Теорема вот Гаусса никуда не девается. Так вот нет, вот этот закон, он сам по себе дорог. У меня сфера. Ты берешь эту сферу q и делишь на пер квадрат. Сюда е, ну, конечно, у тебя же этот закон вот из этого уравнения фактически. И вот из этого уравнения из теоремы Гаусса следует. Но кто тебе сказал, что это уравнение выполняется везде, так сказать, при любых радиусах? А почему нет-то? А с какой стати-то? Ну вот он близок, потому что он простой естественный вид. А говорить, что есть у тебя какое-то критическое R0, которое разрушает закон гравитации. А почему должно быть R0? Условно говоря, нет. Почему? Мы, условно потому говоря, что оно у тебя... Нет, подожди, Игорь, нет. Условно говоря... Я не говорю, что до некого R0 идет точная единица на R2, а потом какой-то скачок. Условно говоря, у тебя может, вот у тебя, скажем, единица на R2 график, да? Да. А реальный потенциал, реальная напряженность может идет вот так вот как-то. Чуть-чуть, она близко к единице на R2, потом чем дальше, тем больше начинает уклоняться, в конце концов идет вот это вот так. Если бы она хотя бы немножко здесь уклонялась, бы единица на R2, тогда бы у тебя законы Кеплера не выполнялись. Почему не выполнялись? Они выполнялись бы не точно тогда. Ну, они точно выполняются. Ну, не знаю, кто их проверял, с какой точностью их проверяют? Точно они выполняются. Законы Кеплера выполняются точно. Поэтому там единица на R². Я полагаю, нет никаких оснований думать. Один из способов таков и есть, но мы модернизируем потенциал, мы говорим, что, ну, какого он состоит? Что у Солнца оно такое большое-пребольшое, поэтому Земля взаимодействует с Солнцем, Венера взаимодействует с Солнцем, Юпитер с Солнцем взаимодействует, а Юпитер с Венерой не взаимодействует. Хотя Юпитер с Венерой взаимодействует. Это тоже показано в поправке. Слушай, а вот смотри, в сильных взаимодействиях. Там же, вот, например, когда мы берем два протона, пытаемся сдвинуть, сначала же отталкивание идет сильное, а потом на каком-то расстоянии начинается сильное притягивание. То есть изменяется сам характер взаимодействия. То есть, все эти отталкивания за счет электромагнитного взаимодействия, а притяжение за счет сильного. Это понятно. Просто не получается ли, что здесь тоже вот, ну я просто чисто как бы... То есть ввести еще одно взаимодействие, да. Ты предлагаешь. Ну это тоже способ, что ввести еще одно взаимодействие. А есть, давайте эти три способа... Какой-то другой взаимодействие, смотри, которое мешает... Три способа зафиксирую. Первый способ, который существует, модернизировать сам потенциал, то есть взаимодействие. Например, прийти к методу конечных потенциалов. То есть выше никакого-то R нулевого, который зависит от массы взаимодействующих тел, да? От массы взаимодействующих тел у нас гравитация перестает действовать. Она может вполне гладкий, но быстрокругающий потенциал. Ну, быть может. Но почти перестает действовать. Вот так как-то. Второй способ – сказать, что в системе действует еще какое-то взаимодействие. Да? Да, кстати, вот еще маленький комментарий. Значит, по поводу того, что там как взаимодействует, я не хочу сказать, что не взаимодействует, допустим, Юпитер и Венера, да?
Но насколько вот вопрос о том, насколько взаимодействие, влияние Солнца, допустим, на планеты сильнее, чем их взаимное влияние? Ведь это определяется массой, видимо. Да. Но ведь сама оценка массы Солнца и прочих планет, она же сделана в предположении, так сказать, вот этого закона, да, единицы на R квадрат. Конечно, конечно. Поэтому... Но тебе не совершенно не надо, если у тебя единица на R квадрат везде действует, ты это предсказываешь, что ты как бы имеешь некоторые, уже из закона Кеплера, имеешь некоторые отношения между массой, ну, в принципе, массой, да, да. Массой. Не, а все-таки сама-то идея, ты же как-то хотел выйти на темпоральность. Может, как-то вот другое взаимодействие как раз. Ну, значит, смотрите, первая ситуация, метод конечных потенциалов здесь. Второй способ. Есть еще какое-то дополнительное взаимодействие в системе, носящее физический характер. Ну что, тоже способ, конечно, тоже разговор, но только непонятно, почему она в смысле задачи двух тел себя никак не проявляет, а проявляет задачи трех тел. То есть она позволяет нам так считать. И, значит, третий способ, о чем я намекаю постоянно, что у вас в системе существует некое структурное взаимодействие, которое не является физическим взаимодействием, да, а является проявлением некой симметрии Солнечной системы. Ну, типа обменного взаимодействия в микрокосме. То есть в микрокосмосе и победного взаимодействия. Вот это моя как бы интуиция. Но я что хочу сказать? Что получается, что планеты не взаимодействуют тупо со своими соседями, а проявляется каким-то образом принадлежность к их одной большой системе. Так, да? Вот эту я интуицию высказываю. Теперь мое любимое взаимодействие Ааронова Бома, так называемое. Что у нас там тоже происходит? Мы видим, что у нас происходит яркий физический эффект без наличия какого-то силового взаимодействия. Это вопрос. Нет, вообще, честно говоря, вот я считаю, что... Конечно, там как раз идея потенциала была хорошо. Да. Я считаю, что, конечно, никаких не силовых взаимодействий в природе не существует. Это не силовое взаимодействие, это мистика. А, хорошо. А обменное взаимодействие? А, ну, скорее... Ну, вот тут можно разные гипотезы выдвигать, значит. А в рамках нерелятивистской квантовой механики, так сказать, это объяснить невозможно. Конечно. Ну, существуют, например, говорю, такие гипотезы, что как бы сами элементарные частицы, да, то есть вот можно воспринимать как некую среду, в которой могут распространяться, ну, как бы квазичастицы. Ну, вот. И эти квазичастицы, в отличие, скажем, от обычных типа частиц... Типа дырок в проводниках? Нет, полупроводниках. Типа фанонов в твердом теле. Ну, вот. Нет, полупроводника же вот эти дырки. Да нет, это немножко другое. Нет, к дыркам не относится. Скорее, это больше похоже на фаноны в твердом теле. И в отличие от обычных частиц, эти, как бы, скажем так, возбуждения, да, как бы, вот, которые как бы для которых средой является сама элементарная частица, да, или какой-то коллектив элементарных частиц, они могут быть и сверхсветовыми, и ничего не запрещают быть сверхсветовыми. Ну, вот, это никак не нарушает никакую причинность. Ну давайте, значит, два элементарных этих примера расскажу, а потом я, значит, перейду к своему безумию. Давайте я еще немножко побуду в этой действительности. Модернизированный эффект Ааронова Бома, да? Значит, источник... Кстати сказать, это не моя гипотеза, это, в общем, обсуждаем физики. Значит, у нас есть некий источник электронов, электроны поодиночке вылетают, тут у нас две маленькие щелочки. И здесь у нас фотопластинка экрана. Электроны, бац, вылетели через эти дырочки. Вылетели. Здесь позади нарисовалась эта интерферационная картинка. Здесь у нее пик, здесь потом ноль, потом маленькие пики и вот так далее. То есть вот такая вот штука. А чем она объясняется? Тем, что они приходят в одинаковой фазе. Два куска электрона, если так можно сказать. То есть две волны приходят, и они друг друга усиливают. Здесь одна волна вот этого куска... И отсюда она приходит так, что у них разница вот этих между двумя путями составляет половину длины волны, то есть теперь пополам. И тогда частицы приходят, эти волны приходят в противоположной фазе и друг друга уничтожают. Обычная картинка, да, интерферационная, которая она существует. Все, казалось бы, хорошо, все замечательным образом сделано. Но мы здесь, вот за экраном, помещаем полностью экранированный, полностью изолированный провод с током. И ток этот меняет. У нас в пространстве не происходит никаких сил. Но у нас происходит магнитный потенциал А. Он у нас таким образом меняется. Ну, с точки зрения вот эти электроны, которые они здесь так летали, они так по прямым летают.
они физическим образом никак не взаимодействуют. Но получается, что эта картинка, она сдвигается и разжимается. В зависимости от вот этого самого магнитного потенциала. Что это странно? Потому что у нас есть ток, который полностью экранирован, электрон с ним никак не взаимодействует. Но картинку он нам каким-то образом меняет. Объясняется сила ампера не действует, да? Силового взаимодействия нету, да. Объясняется это следующим образом. Что у нас есть замечательное соотношение длины волны лямбда, длины волны электрона, которая у нас будет МВ, нерелятивистский случай, плюс ЕА. Где этот самый А, это тот самый тот магнитный потенциал. То есть что у нас получается? Электрон как и летел по прямой, так и летит. Но у него просто меняется длина волны. Из того, что мы меняем вот этот самый магнитный потенциал. Длина волны становится больше и меньше. И тогда вот эта наша картинка интерферационная начинала разбегаться. Мы видим странный случай, что в отсутствии какого-то либо силового взаимодействия у нас происходит то, что у нас происходит. У нас будет физические изменения своей системы. Что я опять хочу это сказать. Так, другой способ. Знаменитый эксперимент Розена Подольского. На край Вселенной вылетели две частицы, которые вместе описывались общей волновой функцией. Это означает, что если у одной из частиц спин вверх, то у другой частицы спин вниз. Как-то они между собой связаны. Мы берем, ставим здесь детектор и одну частицу начинаем измерять. Ну, скажем, вот тут на такое выделенное направление какое-то. Тогда вот эта ее проекция спина, она может быть либо ноль, либо вот так направлена, куда-то в сторону. Если это так, то на другой странице мы тоже собираемся измерять. То тогда у нас здесь она всегда направлена в этом направлении, прямо противоположно. Что опять очень странно. Знаете, почему очень странно? Потому что они на разной стороне Вселенной, это мгновенно происходит причине, потому что мы вот эту самую направление измерения можем выбрать совершенно произвольным образом. Можем вращать как хотим. Ну, в том случае, если мы приготовили изначально состояние с нулевым спином. Да. Это с самого начала, что вращали совершенно состояние. Мы можем вращать как угодно. Это как второй электрон, который находится за нас, за всю Вселенную, об этом тут же мгновенно узнаем. Является ли это взаимодействием? Ну, говорят, что между ними там какое-то может быть взаимодействие быть. Чушь. Все как-то совершенным образом иначе происходит. Почему? Если это взаимодействие, как перед световым способом передается, почему нет? Ну, быть может. Это я-то полагаю, что как раз в этом есть попытки спасти каким-то образом саму концепцию взаимодействия. Но вот Аарон Вабома, попытка обсуждать Розена Подольского, мы видим, что у нас в системе работает взаимодействие, которое взаимодействием по сути не является. А басом такое является обменное взаимодействие. На мой взгляд, вот я эту картинку описываю, но с гравитацией мы немножко потрудились, накопилось уже достаточно много фактов для того, чтобы поставить саму концепцию взаимодействия, взаимного взаимодействия, под сомнение. Физика, быть может, уже давно пора уйти от того, что говорить в терминах взаимодействия. Как чему другому уйти, я не знаю. У меня нет на это никаких оснований думать, что к чему-то можно другому прийти. Но причем здесь как бы интерпретация, теперь я возвращаюсь к безумию совершенно своему. Причем здесь интерпретация, скажем, Александра Болдачева по всему этому поводу. Да? Напомним, что с точки зрения Александра Болдачева существует не только структура, распределенная в пространстве типа кристалла, но и структура, распределенная во времени. Он их называет темпоральными структурами. Кроме того, у него есть различного рода уровни. Уровни темпоральности. Это означает, что то, что для меня является пространственным объектом, для более мелкого существа является темпоральным. Что это значит? Ну, когда я живу, мне кажется, вот я живу, клетки моего тела для меня одновременно существуют в пространстве, есть пространственная структура. С точки зрения же прямо противоположной, с точки зрения клеток, вы не поверите, ситуация будет устроена таким образом, что эти клетки будут думать, что мои суставы, если верить Александру Болдачеву, мои суставы, скажем, мое сердце, они живут в разных эпохах, они разнесены временем. Вот такая, казалось бы, странная и безумная ситуация. Ну, клетка о целом не знает, а об организме она же не знает. Да, она о нем в целом не знает. Ей кажется, что с моей точки зрения клетка сустава и клетка сердца находятся одновременно. С точки зрения клетки, а как можно с точки зрения клетки?
А потому что я ввожу новое понятие, вот был в физике такой демон Максвелла, да? Максвелла. А теперь я ввожу этого демона Данилова. А демон Данилова, вот он такой, он становится такой же, как клетка, и начинает смотреть глазами клетки на него. Почему клетки должны чувствовать, что они в разных эпохах существуют? Ну, они не чувствуют нифига, а чувствует этот демон, который пришел на их как бы уровень. А почему он так должен чувствовать? Это гипотеза. Нет, ну хорошо, а ведь потом... Это Балтачевская. Есть разные уровни темпоральных объектов. Я вообще, какой темпоральный объект, я этого не понимаю. Ну, структура распределенная во времени. Ну смотри, вот объект может быть распределен в пространстве, пространственный объект, а во времени, а может быть распределен во времени. Например, мелодия. Так, а что мелодия? Чисто временной объект. Он только во времени существует, распределен во времени. Почему? Это не целое. Он в пространственный объект, это звуковая волна. Ну он звуковая волна, но как мелодия как таковая, он временной объект. Для тебя, для меня. Это с точки зрения физики он звуковая волна. А он, этот, который его переносит. Но с точки зрения, я всякий раз слышу одну ноту. Но мелодия становится мелодией, когда я ее раздвигаю по шкале времени. Только так. Как и стихотворение. Оно тоже становится стихотворением, когда я строфу целую прочитал, и вижу, что там есть рифма, допустим. Или что там есть размер. Тут вот такая вот гипотеза. Она состоит в том, что у тебя... Это не объект в буквальном смысле. То есть ты в физическом мире не можешь таких объектов указать. Ты можешь говорить, да, о мелодии, там, стихотворении, там, о мысли. Там... Ну вот, я-то тебе хочу сказать, что я в физическом мире таких объектов могу указать. Например? Вот и сейчас буду указывать, чем я занимаюсь. Я буду сейчас указывать, вот, что в физическом мире такие объекты есть. Вот вы представляете, да, эту, значит, странную и безумную ситуацию, что когда демон Данилова опускается на уровень клетки, выясняется, что клетка, с точки зрения клетки сердца, скажем, клетка суставов жила до нее за 1000 лет. Ну, там до чего-то еще. То есть они вот эти вещи. А вспомним опять ситуацию с эгрегора, то есть более крупного темпорального объекта, чем человек. С его точки зрения, с некоторой громадного объекта, у нас получается, что человек является чисто пространственным объектом. Это что означает? Это означает, что я, мой дедушка, прадедушка и все мои предки, они как бы живут с его точки зрения в одно и то же время. Я предлагаю вам оценить степень безумия. Живут в одну точку зрения. Ну и весь род, наверное. Зачем тогда? Да. Ну, весь род. Да, но с точки зрения очень большого объекта, например, нацистская Германия и Советский Союз живут сейчас в его настоящем, да? И они являются всего лишь протяженными пространственными объектами, которые между собой граничат. То есть ситуация, она прямо противоположна ситуации с точки зрения клетки. Для клетки, что ли? Да, она противоположна. Далекое безумие шло. Да? Что-то я не знаю тут. Ну вот именно так оно дело обстоит. Слушай, Стас-то правильно задал. Я что-то об этом никогда не думал. Ведь действительно, мелодия же, это же некая звуковая волна. Ну и что? Есть колебания некой среды. Да, и что? И вообще все можно в конце концов описать именно пространственно. Ну так нет. Ведь время же возникает только поскольку есть субъект. Ну так нет, а что из этого? Ты же отвлекись, ты. Не-не-не, дело не в том, я же не говорю, что теория Александра Балдачева не верна. Mm-hmm. Что она действительно, ведь с точки зрения всю же физику можно изобразить пространство. Биологию нельзя. Но физику нет. Можно изобразить. Скажи, в материальном мире, где объекты параллельные? Не, ну биологический объект. Ну, любой биологический объект, ну как вот, например, гусеница проходит ряд стадий. Там бабочки, гусеницы и так далее. А как доказать, что это один и тот же объект? Он протяжен во времени. Можно сказать, что это объект не просто как бы вот в каждой фазе своей объект, недостаточно вот так рассмотреть, а надо рассмотреть связь его в некой эволюции, да, вот, в онтогенезе. Правильно, но здесь, как сказать, здесь это все так, но тут нету каких-то новых пространственно-временных отношений, тут нет никакого парадокса. Ну да, естественно, да, чтобы процесс как понять как процесс, нужно его, так сказать, посмотреть на всем протяжении, это естественно. Но Ригер же, сколько я понимаю, говорит о другом, что есть некие особые темпоральные объекты. Не, ну вот считается, что биологический организм это особый темпоральный объект. Ну, понимаешь, почему биологический организм? Ну, не знаю, любой процесс движения, можно сказать, что это темпоральный объект. Нет, потому, если в процессе движения вся структура сохраняется, тогда говорится о том, что движение есть некое внешнее обстоятельство, которое происходит с этим пространственным объектом. Ну, почему? Структура может не сохранить какое-нибудь там, я не знаю, там, движение, там, турбулентной жидкости, она там распадка по всякие там водовороты туда-сюда. Вполне там... возможно, вполне возможно, как раз это. Но я хочу сказать, что у тебя, ну, что у нас здесь нового появляется? А нового появляется, что у нас... Например, в случае 5 электронов,
возникает новое нефизическое взаимодействие, называемое обменным, которое не сводится к физическому взаимодействию. Из того, что они принадлежат определенного рода структуре пространственной, то из этого следует, что на них нечто влияет, что они являются взаимодействием физического типа. Вот так вот, вот мой тезис стоит. Точно так же, если ты принадлежишь некой громадной структуре, этой темпоральной, то на тебя тоже что-то сбегает. Но это взаимодействие является взаимодействием физического типа. То есть никакая частица откуда-то там ни из прошлого не испускается, на тебя настоящего на тебя не ударяет и так далее. Ничего такого не происходит. Но взаимодействие какое-то есть, на тебя оказывает. И Хеллингер в том числе говорит подобного рода вещах, кажется. Когда у тебя есть некий темпоральный объект, твой род. Ну вот оно, ну вот такое вот оно странное. То есть оно и взаимодействие, и не взаимодействие, но не взаимодействие в физическом с ним мире. То, что оно оказывает на него влияние, это факт. Эти взаимодействия в эксперименте Аронова Бома, оно тоже, мягко скажем, странное. Да оно-то как раз не странное, поскольку в пространстве есть какой-то еще физический процесс. Просто мы не понимаем, как он может влиять, и все. А что тут странного? Появился но не физический процесс, он изменил общую картину. Что тут странного? Это нормальная ситуация. Ну нет, тут надо вдуматься подробнее. Просто. Не, просто ненормально состоит то, что современная физика объяснить ее не может. Вот и все. А так-то все нормально. У нас была одна картина, когда была... Нет, я хочу сказать вот тот самый вещь, что принадлежность какой-то структуре, электрона или кого-либо еще, или человека, или какого-то, оказывает на этого человека некое влияние. Я хочу сказать простой тезис. Который не является способом влияния, как он принят в физике, например, когда одна частица выпускается из одной частицы, на другую частицу каким-то образом действует. Понимаешь, значит, принадлежность к структуре. То, что эти электроны принадлежат к одной структуре, условно говоря, это как бы это мы на это смотрим и смотрим как на эту структуру. А если они никак с друг с другом не взаимодействуют, то никакой для самого, условно говоря, электрона никакой структуры нет. Это с классической точки зрения. Но мы-то понимаем в этой ситуации, что электроны оказываются в них под влиянием, как у Подольского, когда у тебя на разные стороны Вселенной ты отправляешь электроны с противоположным спином. Не знаю, ну это понятно, но я, честно говоря. Или у тебя обменное взаимодействие. Но что же не физическое? Оно очень сильное. По моему глубокому убеждению, никаких нефизических взаимодействий не бывает. То есть нужно искать причины, так сказать, силовые какие-то. Ну, силовые. Ты считаешь, что Аронову Бому надо искать силовое взаимодействие? Почему нет? Вполне возможно. Почему нет? То есть там же, ну, как бы, в соленоиде электрическое поле, когда оно меняется, ну, а вакуум физически внутри, вне соленоида, возможно, от этого тоже как-то меняется. Нет, в прошлый раз как с помощью потенциала хорошо описывали. Да сейчас хорошо с помощью потенциала. Потенциал меняется. То есть потенциал-то не, прошу прощения. Он же во всем пространстве меняется. Да, принцип у нас калибровочной инвариантности, у нас все потенциалы даны для обычного электрического потенциала. Просто потенциал же считается вроде не физической величиной, да? С точностью до константы даны. А магнитность с точностью чего там? С точностью до интеграла по контуру. До постоянного вектора, скажем, например. Если мы ко всем потенциалам прибавим этот постоянный вектор, да, потенциал, то у тебя физика не должна меняться. Здесь она меняется. Что мы всем потенциалом прибавим? Постоянный вектор. Не постоянный вектор, а... производную любой функции. Это частную производную. Это в более общем случае, да. Это в общем, более общем случае. Принцип калибровочной вариантности. В том числе, если мы добавим этот просто постоянный вектор какой-то, это более частный случай. Не получается ли так, что вы более много математики обсуждаете, а как это до физики? Может, надо опять от начала пойти? Так вот я предлагаю идти от математику начала. Пока отбросить, сначала найти физический принцип, а потом уже применять к ней математику. Я так хочу сказать, что, быть может, надо поставить под сомнение тот важнейший факт, что физика всегда была наукой взаимодействия. Так поставить под сомнение можно что угодно, а чем ты заменишь? Не знаю. Рассказываю дальше. Я безумие. Я продолжаю. То есть это ты клонишь к тому, что происходят какие-то обмены, но без взаимодействия. Это же мистика. Ну, есть же у нас Аронова Бома. Есть же да у нас... не только Аронова Бома. Никто не доказал, что Розина Подольского есть Розина Подольского? Розина Подольского есть. Все эти эксперименты... Никто не доказал, что в этих экспериментах отсутствует любое взаимодействие. Ну, я понимаю. Взаимодействие с бесконечно большой скоростью. Ну, да. Теоретически возможно. То есть у тебя громадная вселенная, там бах, так и он такой выпустился, нашел именно ту нужную нам частичку. А зачем? Я поменял его. Почему? Дело не в том, что это не знаешь какой-то тахион. Я же тебе только что говорил, что возможна ситуация. То есть
Опять-таки, это не моя гипотеза даже. Это уже давно рассматривалось, что говорят, элементарные частицы, как бы самое какое-то это размазанное в пространстве, так сказать, система элементарных частиц, размазанная волновая функция, там, поле, что угодно, является средой, в которой могут распространяться как квазичастицы сверхсветовые возбуждения. И поэтому там не нужно какому-то тахиону, знаешь, как из пистолета прицельно выстреливать, так сказать, какую-то частицу. Ну понятно, что у тебя вот этот самый два электрона, связанные между собой, превращают весь мир. То есть, ну это как, условно, как есть электроны сверхпроводники, обмениваются фотонами, да. Да. То же самое возможно есть как бы просто и в вакууме. Ну, гипотеза одна. Ты знаешь, как можно еще и рассуждать? Это что всегда сохраняется связь. Ну, по крайней мере, что это гипотеза. То есть связь имеет не просто физическую причину, что вот электроны разлетаются на бесконечность, а в каждом из... Точнее, фотоны, наверное, да? Электроны. Электроны разлетаются на бесконечность, а в каждом электроне существует нечто от связи физической. И когда на другом конце что-то меняется, эта связь просто по этой связи передается. Ну, да, так вот, Стас тоже... Только это не взаимодействие. Почему? Он говорит, тоже взаимодействие. А? О связи. Вполне взаимодействие. Ну, говорю, как фотоны в твердом теле. Только здесь фотоны должны быть сверхсветовыми. Ну что, у тебя два электрона, они по всей Вселенной размазались и создали в ней такую громадную среду. И по этой среде они... Нельзя, чтобы взаимодействие было это, ну, как бы, с какие-то с бесконечной скоростью. Что это за ерунда такая? Ведь удалить же можно на совсем бесконечное расстояние. Что? Ну что, получается, с бесконечной скоростью будет? Ну как, кстати, на бесконечной стороне ты в реальном эксперименте не удалишь? Ну, на очень большое, скажем так. Mm-hmm. Ну, большое сделаешь, все равно скорость у тебя будет бесконечная. Ну, в сотни раз выше скорости света. Ну, как в экспериментах бывает. Ну, это понятно, что подобная гипотеза, она, конечно, тоже массу вопросов вызывает, но, во всяком случае, ну, не приход... ну, она не страдает мистикой, потому что... А не здесь, силов... а здесь какой мистикой? Не силовое взаимодействие, это мистика. Ну, как мистика? Обменное взаимодействие, оно какое? Эффект Аронова бомба, да, это что? Эффект. Нет, минуточку, я тебе и говорю о попытке объяснить все эти эффекты с помощью силового взаимодействия. А если сказать, что во всех этих эффектах, как бы, эффект есть, а силы никакой нет, да. Вот это мистика. Как в Аронова бомба, да. Вот это мистика. Аронова бомба, у нас мистика такая. Вообще-то слово «сила»-то возникло из механики. Почему вы так легко можете перенести везде? Может быть, это и есть граница перенести? Вот у нас как раз Аронова бомба является мистикой таким. Что Полякова силы вроде бы нет, а система меняется. Не, но все равно сила механическая же возникла какая. А может быть, действительно, есть граница применимости понятия силы. Какая разница? В квантовой механике, допустим, те же самые... Я не знаю, там всякие взаимодействия в молекулах, те же самые там обмен фононами в твердых телах, они не имеют наглядной механической модели, но тем не менее все это сила. И что? Просто Булат говорит, что сила возникла из механики. Ну, в квантовой механике есть сила, но бывают эффекты Аронова-Бома, где сил нету, а есть потенциал тоже. Ну просто говорю, квантовая механика это наука, так сказать, она ограничена уже, хотя бы потому, что они не учитывали релятивистские эффекты. И поэтому проблемы квантовой механики невозможно решить в рамках самой квантовой механики. Я не знаю, я не думаю, что каким-то образом... Не, ну, какой опыт отношения имеет квантовая механика? Просто в этом опыте квантовая механика не может это объяснить, правильно я понимаю? Почему? Она как раз может. Она как раз пишет отношение длины волны де Бойля. Длину волны де Бойля, сам де Бойль включил фактор для импульса Е на векторный потенциал. Раз он включил, то это тогда его соотношение де Бойля совершенно правильно и точно объясняет эффект Аронова-Бома. В одно движение действие делаешь. Ну это понятно, мы сейчас говорим Но понимании физических причин. Формула дает тебе правильный результат, вот это де Бойля. А силового взаимодействия нет. У тебя получается, что у тебя, грубо говоря, силы на них не действуют, на эти самые электроны, которые летят через две щели. Они просто вот так у тебя проходят и ходят так, как хотят, по прямой, как и было. Просто получается, что за счет включения и выключения электромагнитного потенциала у тебя длина волны этого электрона, де Бойлевская, становится больше или меньше. Картинка у тебя то размазывается, то сужается. Энергия-то откуда берется? А? Ниоткуда энергия не берется. Ну если меняется длина волны, энергия не изменяется? Ну, получается, что не меняется. Нет, точнее, энергия у тебя меняется, но потому что ты в потенциале в каком-то движешься, у тебя энергия поэтому тоже меняется. А перераспределяется, слушай, да? Да. Но сила у тебя, взаимодействия силового нет.
Сила у тебя ни на что никакая не влияет. Не, может быть, и на более общем физике должно быть обмен энергии? Нет, кто знает, может быть, более общей физике, хочу сказать, понятие геометрической структуры. Ну, не только в пространственном виде, как думал Лошак, думаю, я думаю еще, но и в темпоральном смысле, в смысле... То есть ты хочешь сказать, Лошакова, что потенциал влияет и изменяет конфигурацию пространства? Я хуже хочу сказать. Я хочу сказать, что изначально мы... Понятием физики является не понятие взаимодействия, а понятие асимметрии, скажем. Понятие асимметрии. Симметрии, симметрии. В том числе и временной. На самом деле я начал с пяти частиц своих каких-то любимых в пространстве. Вот начал с этой ситуации. Вы понимаете, что если другую частицу, систему частиц, взаимодействующих только обменным образом, несем в какую-то другую частицу, то она их просто не заметит никаким образом, никогда. Она их не почувствует и не заметит. Слушай, а если теоретически, допустим, мы могли бы частицы различить, обмена взаимодействия не было бы, остались бы все эффекты? Нет. Куча бы. Пропало большое количество ярких эффектов. А действительно нельзя никак частицу померить? Нельзя никогда. У тебя функция либо от перестановки частиц, либо симметрична, либо антисимметрична. Ничего ты не сделаешь с этим. Она не может, а если у тебя частица различима, то она у тебя просто какая угодно. Она не будет асимметричной, не антисимметричной. Но согласись, что особенно антисимметричность, она накладывает на поведение частиц громадные условия. Но это условие не является силовым опять. Это не взаимодействие с силами каким-то там, магнитным, что-либо еще. Оно не является таким. Оно тебе является просто вот таким симметрийным условием. Мой тезис, к которому я сейчас перехожу все время, не могу в нее перейти, что точно так же у тебя симметрия в этом, во времени точно так же должна порождать вот подобного рода казусы в поведении частиц. Принадлежность их не только пространственной структуре, то, что у меня есть рядом со мной, то он такие же одинаковые Игорь Даниловы, и на нас влияет таким образом очень страшно и сильно. Ну и то, что и во времени были такие, как я, допустим, такие, как эти электроны, это тоже начинает влиять на систему очень страшно и сильно. Вот что я хочу сказать. Ну давайте я вернусь просто к своему безумию, да? Возвращаясь к безумию. Ну вот представили эту самую ситуацию, опять демона Данилова ввели, и вдруг оказывается, что с точки зрения маленького демона Данилова, который находится на ситуации клетки, у нас ему выглядит, что сердце и... сустав, клетки сустава живут в разное время. Для нас, не более крупного темпорального объекта, кажется, что они живут в одно и то же время, они просто пространственно различны. Для него они кажут, что они в этом самом месте живут в самое различное время. Точно так же для более крупного объекта, чем мы видим большого, пребольшого демона Данилова, для него оказывается, что что византийский Грегор существует не таким способом, что сначала Рюриковичи, потом Романовы, потом непосредственно коммунисты и так далее. А оказывается, что все они существуют в одно и то же время, в различных пространственных точках. Поэтому мы до сих пор граничим с фашистской Германией, и до сих пор с ней идет война. Понимаете, да? Что у нас, согласно Александру Болдачеву, с перехода на одного темпорального уровня на другой, у нас время и пространство меняются местами. И вот вишенка на торте, которую я хочу сказать. С нашей точки зрения получается, что в опытах интерференции, которые я описывал, у нас электрон одновременно проходит сквозь две щели. Один и тот же электрон, который является частицей, проходит через две щели. Посадим очень маленького демона Данилова на этот самый электрон. Тогда окажется для него, что то, что для нас выглядит как пространственный объект, для него, да, для него будет фактом событий, проходящих в различные точки времени. Это означает, что электрон сначала проходит через одну щель, потом через вторую. Подумал, вернулся через другую прошлую. Это все хорошо, но согласись, что... Ну, это же чистой воды фантазии, это же, как сказать, ну, ты понимаешь, что можно, ну, можно все что угодно фантазировать, как, понимаешь, то есть играть терминами, их перекрещивать.
увеличивать можно как угодно. Вообще-то мы занимаемся философией, она и есть такая. Натурофилософия. Мы же пытаемся просто... Понятно, я понимаю, но я же тебе говорю, что с квантовой механикой никаким образом рационально справиться нельзя. Неизвестно. Вот я одну гипотезу, я уже высказал, так сказать, почему. Ну, понимаешь, Стас, ты возьмешь другой эффект, скажем, туннелирования или что-то еще. Ты будешь его объяснять опять какую-то другую гипотезу физическую делать. Я каждый раз буду от ход гипотезы. Почему? Это не от ход гипотезы, а туннелирование, оно не требует никаких еще специальных гипотез. А почему оно не требует? А что? А каким образом у тебя с обычной точки зрения частица преодолевает бесконечный потенциал? А что такое обычная точка зрения? Что мячик не может пробить эту стену. Ну что это? Я уже не утверждаю, что верна классическая механика в микромире. Я просто хочу сказать, что не надо элиминировать понятие взаимодействия. Так я до конца их не элиминирую, я просто говорю, что геометрические представления, этим, в том числе структурные, я четыре случая описал, когда они оказываются существенны. А ты говоришь, что нет, для каждого из этих четырех случаев, для Розена Подольского, для Аронова Бома, мы поищем себе... Я так не говорю, может быть... Какое-то свое объяснение. Нет, почему? Может быть, там оно единое какое-то объяснение. Я просто считаю, что за... всякими вот этими симметрийными эффектами должно скрываться какая-то сила. Вот мое мнение просто. А я хочу сказать, что, быть может, за многими силами скрываются определенного рода симметрийные явления. И, быть может, нам надо уметь, что с пространством-времени не так просто обстоит, что у нас есть пространство-времени Минковского, которое как-то преобразуется от перехода от одной скорости к другой, да? Но, быть может, у нас есть еще и шкала. Когда мы движемся по шкале, то у нас где-то пространство и время, в смысле Александра Бондарчёва, меняются местами. Понимаешь, в чем дело? Есть принцип соответствия, да? То есть все, что мы, так сказать, переходя от любых-то там, ну, угу, к макромиру, должны получать, так сказать, то, что законы классической механики. Угу. То с точки зрения принципа соответствия совершенно понятно, да, и естественно, что там какие-то квантовые взаимодействия там в пределе больших масс, там больших величин действия переходят в классические, обычные классические силы. А во что перейдут твои какие-то симметрийные, непонятные, так сказать, эффекты? Во что они? Во то и перейдут. Что? Нет? Когда у тебя очень маленький демон Данилова вырастет, он будет таким, как мы в нашем мире. Так мы будем жить. Пространство у него будет пространство, а время будет времени. Вот тем самым нашим. А с точки зрения микро, то, что для нас кажется темпоральным, с точки зрения микро, будет пространство разнесенными объектами, одновременно существующими, чем наоборот, с более крупного системы. С нашей точки зрения является темпоральным, для него будет пространственным. И окажется, что стоит некой странной и фантастической картины, что у нас нам-то снаружи кажется, что электрон проходит одновременно через две щели, да? Вообще тут фантастическое. Почему волна не может пойти одновременно через две щели? Кстати, волна-то может действительно. Ну так почему она по понедельникам и средам и пятницам волна, а по вторникам и четвергам частица? Так подожди, а потому что наше представление о волне частицы ограничено. Частичные корпускулярные волновые свойства электронов друг другу не противоречат. Как? Между ними какое-то противоречие логическое можешь указать? Ну разные у них эти штуки. Я так хочу сказать, что... Противоречит то, что электрон... Нет, элементарь, что у тебя не корпускулярно-волновой есть дуализм. Раздробительность. Да, нельзя. Ну, такая волна дробится. Никак. Почему дробится? Ну как она, если две дырки, две волны получается? Почему две волны? Почему, условно, где облако, вот оно подошло к этим двум дыркам, просочилось вот так вот, условно говоря, как бы задний его край разорвался, да, просочился через две, там вот так вот, условно говоря, сошлись там между собой. Все. Ну как волна обычно, да? Хопа там. Дошла до дырки, там область вторичного излучения возникла в дырке. И она туда так пошла. Но тем не менее, тогда это бывает то, что у нас по понедельникам. А по вторникам у нас бывает Розен Подольский. Когда то, что у нас являлось как бы волной, начинает описываться всеми другими свойствами. А что, Розен Подольский противоречит как-то волновым свойствам? Так может быть в твоей темпоральной шкале на одном уровне волна, на другом уровне и частицы? Нет, я хочу сказать, что она и не частица, и не волна. Просто то, что для одной частицы кажется
происшествия. Нет, в темпоральном смысле. Действительно, чем ближе к частице, к размеру частицы, ну. В смысле ее, примерно характеристических размеров, тем больше она как волна проводит себя. А как только удаляемся, то тем более она пространство. Нет, я не думаю, что здесь именно как раз можно говорить, как, что волна и частицы – это как бы описание различного объекта, который в своей жизни живет просто в разном соотношении пространства и времени, чем у нас. Вот в этом оно состоит. Я не вижу необходимости вводить какие-то особые отношения пространства и времени для описания квантовых объектов. Что? Где тут уже какие-то логические противоречия есть, что ли? Ну, есть, по всей видимости. Удивительно все это. И Аронова бомба, и Розена Подольского. Все удивительно. Ты что, ты как планируешь оставшуюся часть жизни жить с Розена Подольского? Знаешь, что весь Розена Подольский. А что, так сказать, я говорю, возможны какие-то объяснения. Вот то, что та гипотеза, которую я сказал, ну, она сама по себе ничего еще не объясняет, но и на ее основе, возможно, в дальнейшем можно построить какую-то теорию, объясняющую этот эффект. Почему нет? Это по понедельникам, а по вторникам у тебя Аронов бомб. И что? Ну, Аронов бомб, ну и что, так сказать? Ничего, я... Ну... А есть еще другие аномалии тоже там? Которых тоже много. И возможно, с этой помощью тоже, так сказать, описывается. Возможно, что. Ну, и это известный всегда случай. На основании новой научной революции всегда так дело происходит. Когда тебе появляется какой-то аномальный факт, типа излучения абсолютно черного тела, ты говоришь, что вот мы немного напрягемся, его при помощи старых понятий опишем. Нет, ну, во-первых, я предлагаю, точнее, не я, а вот эта гипотеза, так сказать, которая существует уже, она вовсе не оперирует старым понятием. Понятие о сверхсветовых передачах взаимодействий, это на самом деле, с точки зрения как бы современной официальной физики... Ну, это... То, ну видишь, ты тоже ведь отходишь от современной физики. То есть ты противоречишь как бы главному эйнштейновскому постулату. А почему не эйнштейновский постулат? Это существование как бы вот этих вот виртуальных сверхсветовых взаимодействий, оно не нарушает принцип причинности. А что там какие-то эйнштейновские постулаты, пёс с ними, да, с ними постулаты. Да, я понимаю. Ну вот, но тем не менее, вот такова у нас картинка получается. По крайней мере, у меня есть полное ощущение, не знаю, как решаются ли они на путях, которые нам предложил Александр Балдачев, но у нас, безусловно, у меня есть понимание того, на основании 4 экспериментов, которые я вам здесь предложил, что... Привычное для физиков понятие взаимодействия нуждается в корректировке.